подтверждение этому, стрельба на вокзальной площади в Киеве, как сообщили в городской полиции, это произошло около 10 утра. Конфликт между мужчинами закончился перестрелкой. Пострадали 3 человека, у всех ранения рук и ног. После общения с полицией один из раненых самостоятельно ушел из больницы. Стрелявшие же сбежали с места происшествия сразу, и пока полиция их не нашла. Допомога медична була надана в повному обсязі, обстеження, хірургічна обробка ран, видалені кулі, травматичні резинові. Ми запропонували йому госпіталізацію, але хворий відмовився.